Ну что же, дорогие товарищи, мы играем в Dark Tide. Плавильный комплекс HL-1736. А почему огрины не сидят в корабле? Не помещаются? Нет, у меня все сидят. А у меня сижу я и ты, и все. Они еще не подгрузились в тебя, видимо. А вот, да, вот, подгрузился огрин. Ага. Лава от стульчик. Да. Если вы будете смотреть видео у меня на сайте, и у нас все получится, то этот вот небритый чел, это Хиггс. Обязательно подписывайтесь на него и смотрите его стримы. Спасибо, да. Он тоже ветеран. Андрил сцены. Видишь, с каким видом я сижу и разглядываю помещение. Да, штурки неплохие. Да-да-да. Автодеск, между прочим, движок. Тогда я должен сидеть и говорить: интересно, когда наконец починит и поменяет интерфейс? Починит интерфейс? Ну, если Autodesk, я имею в виду, как в 3D Max, знаешь. Autodesk же вечно интерфейс делает. Как сказал, ты тут помнишь, Autodesker. Серьезный интерфейс для уважаемых людей. И не говори. Так. Ты загрузился уже? Да, мы уже тут фигачим. Круто. Может, а я еще грузусь. Может, следующую игру надо будет от тебя попробовать поиграть. Может быть. Да. Как бы я играю на мобильном интернете, поэтому не стримлю, дорогие товарищи. Вот. И это может иметь свои последствия. Да, странно. Но мне кажется, это что-то у меня. Мне кажется, надо игру перенести на NVMe. А у тебя нет? Но она у меня не на NVMe, не на NVMe. О, загрузился, все, отлично. Бог. Походу, следующий твой шаг — это не процессор, это SSD. А у меня есть, но у меня просто он работает занят, так сказать, весь. Работает занят. Работает, да, не знает выходных, да? Да. Конечно, с ветераном такой шутан получается. Мне не говори. Вот он стреляет по мне. В жопу. О, псы. Песики. Песики, песики. Сволочь, да что же мне так бьют-то? Кто меня тут бьет? Ну так это спешл, он такой больный. Да
А, тут со всех сторон бегут, понятно. Угу. Так, а тут friendly fire нету. Нет, надо нет, не забывать. Все, ты не стримай. И не забывай подскальзывать-то. Ой, черт побери. Конечно, говорят watch your fire. Ну ты понял, да? Да. Сзади кто-то там. Давай отходи оттуда. Их это там делать. Ай-ай. Кто-то там. Это все. Он. Живу на последней обойме. Да, я также. Хорошо, что здесь все убивается. Так, а вот патроны есть вот для меня, если что тут. Собака. Убежал. Вот здесь вот патроны. О, спасибо. Так. А что ты не лечишься, чувак? Блин. Блин, там же цельная просто. Там была аптека где-то? Да-да-да, блин. Ну ладно, я пропустил, видимо. О! Что там у тебя? А вот где ты. У каждого по личному огрину, да? Угу. И Том. Блин. Ну
же патронов не особо. Ни у кого особых патронов нет. О, а у меня есть ящик с боеприпасами. О, красавчик. Разобрали. Ты взял-то? Да. А, да, взял вроде. У нас нервный огрин. Вот тут прям патроны просвечиваются, кстати говоря, в магазине. Если их зажать, можно посмотреть на оружие. Угу, прикольно. У нас чувак прям. Ой. На самом деле это весьма прикольно, когда знаешь. Ой. Этими самыми. Ух ты! А, у меня, наверное, этот. Стелс. Что там? Большой и жирно. Ой-ой, точно, большой и жирно. Учите его. Станция как раз снять это отравление. Лети. О, тут. Да, тут где-то шляется. Скорее всего. Блин, куда он? Вон там вот. Вот молодец, блин. Куда не ходить, а то могут убить. Yeah.
Дизайнер, босс! Какой я... Ладно. Они все равно не слышат. О, аптечка, отлично. Да просто здесь особо никакого ключевого места нету, чтобы его выкидывать. Ну да. Просто выкинули, ну, не зря. Особой необходимости не было, все и так были живы, целы. Да тут еще и медпак, так что просто в ноль выкинули. Бесполезно. Можешь идти подлечиться. Да. На треть жизни нету. Это у нас какой-то звук такой странный, а? Кто-то на нас большой хочет напасть. Один. На ровном месте, когда у всех полно, блин. Только у тебя нету. Видимо, чуваки имели плохой опыт. В прошлый раз я не двигал. Ой, надо, блин, делать. Видимо, да. Тут патроны лежат как раз. Блин, надо было ему взорваться прям рядом со мной, а? Если кому нужно. У меня самого сполняющегося, блин, поэтому я... А у меня, кстати, тоже. А, ты подбирать все равно можешь, да, или как? Да-да-да, если тебе сейчас надо срочно еще две. А. Не, у меня такого нет. Ну, в смысле, нету и надо есть. Сейчас. Блин.
подвисает в определенном. Ходи. Ходи нахер. Я просто ты. Да, я же говорю, отходи. Стреляли с тех сторон. Вставай, чувак. Был еще не закончен. Император еще не встал с золотого трона. Я не должен разочаровать императора. Да. Император защитит. Или как там? Да-да, именно так. А, хорошая вещь. Стимулятор концентрации. А, тут надо поправить эту. Зачистить. Ереси. Пойдем туда. Поймал. Заразил. Давай, давай, сюда, 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 ко мне, блин. Идем. Да-да-да, нужно мочить эту хрень. Так, теперь в другую сторону надо отходить. Давайте отходить чуть-чуть из этого. Кого, кого, кого? Черт. Ой, меня тоже схватили. Или что, меня парализовало током, что ли? Ты не током, да, меня все схватили. Так, мы там очистили вообще. А, еще осталось немножко. А, теперь меня поймал вот этот вот парень. Спасибо.
Muchas gracias. На тебя в глаз гранатой. Смотри-ка, сработало, да? Ну что дальше? Что дальше? Что дальше? О, все. Еще одно. Воу. Надо меня поднимать уже. Ну. Ну. Тут посередине дырка, главное не упасть. Да, да, да. Где этот снайпер гребаный сидит? Кинули зачем-то опять, да? Что? Течку опять кинули. Ну, в принципе, хорошее место как раз таки. Мы здесь держим оборону, ну, и, в общем-то, финальная точка. Ну, вроде по здоровью у всех нормально было. Я, ну, чё её держать под конец миссии? А, это конец миссии? Да. Да, вот как-то так. Всех спасли, всех расплавили и целых ноль смертей. Замечательно. Чё, лайки, подписки, шары. Канал Хикса. Мой канал. И вода. Да. И поехали дальше. Потому что что? Потому что император хранит. Да. Да. Но пока что император наградит. Да.